Так, всем здрасте. Здравствуйте, Алло, Григорий. здрасте. Так, у нас обычно хор отвечает. Здравствуйте. Ну да, здравствуйте, я только Вот. пока что один. Да, вот, значит, ну, у нас Анна еще есть. Да, вот, Но и значит. Анна. Вот. И это самое. Вот Анне очень повезло. Она попала на такую встречу, когда никого нет, кроме вот один Захар пришел и все. Вот. Ну, это у нас вот, ну, можно сказать, никогда такого не было. Ну Сегодня да. что-то звезды сегодня как-то не так стоят. Так, Ага. пожалуйста, Захар, что ты хочешь сказать? Ты скажи пару слов, где ты Ну, живешь, сколько тебе лет? давайте я представлюсь для Да. Анны. Так, меня зовут Походня Захар. Я живу в Мытищах, это Россия. Пригород Москвы. Вот, мне 12 лет, 13-й год пошел. Вот, и я сегодня расскажу, ну, не то, что расскажу, у меня будет викторина. Так назло, никого нету вообще, вот никого. Я думал, будет там целая гора всех людей. Ну вот, Но, давай рассказываем, по-моему, будем. не получилось. Ну не важно, вот, Вот. значит, у нас отгадывать викторину будет Аня. Аня, вы готовы? Да нет, там легко, там про Так, у вас фразеологизмы. микрофон, по-моему, Я выключен, немного Анна. про фразеологизмы расскажу. Ага. Так, сейчас откроем. Мне тут немного. А я опять на С. Сохранилось. А, я же С почистил. Так, с возвращением все тут в порядке вроде бы, да? Да. Так, ну все, я могу. Да, я могу. А, викторина. Итак, я тут немного перепутал. Вау! Мне уже интересно. Так, давайте начнем. А, сегодня вы будете отгадывать викторину. Да. Все. Так, ну, первое это у нас Ахиллесова пята. Я думал, что будут дети, поэтому я выбрал, ну, интересные и не такие сложные. Фразеологизмы. Суть. Ладно, все. Захар, соберись. Не могу, я уже поплыл. Так, ладно. Ахиллесова пята. Да, Ахиллесова пята. Суть викторины в том, что вы должны предположить, что значит тот или иной фразеологизм, а потом я вам прочитаю, как на самом деле, что он означает, как он появился. Ага. Вот. Так, ну, Давайте. кто первый что-нибудь скажет? Что это такое? Ахиллесова пята. Ну, тут я еще картинки добавил. Судя по картинке, это какое-то очень больное место. Да. Очень-очень больное место. Ну, Вот, но выпишите. я-то эту историю знаю, поэтому я молчу. Да. Ну, вообще, да. Ахиллесова пята. Сейчас. У меня этот мешается провод. Я вообще не могу книгу даже открыть. Так. Осторожно. Не поцарапай. Так. Ахиллесова пята, вы правы, да. Это наиболее уязвимое место. Получается, по преданию, мать героя Ахилла, Ахиллеса, тоже у того же самого, богиня Фетида, чтобы сделать сына бессмертным, окунула его в воду священной реки Стикс. Держала она его за пятку, которая не коснулась воды. Эта пятка и осталась единственным уязвимым местом героя. Ахилл храбро сражался в Троянской войне и всегда выходил победителем. Но стрела Париса, попала ему именно в пятку, и герой скончался. Самое интересное, почему, когда стрела попала вот этому Ахиллесу в пятку, герой скончался, хотя, ну, максимум, там, я не знаю, ампутировать ногу и все. Я не знаю, как Ну, это
Ну да, то, что рана глубокая, но жить-то можно. Ну, да, это, я думаю, он просто от горя скончался. Эх, как они угадали-то, что там она. Да, прям так. Эх, блин, не получилось. Ну ладно, а у меня вопрос есть. Можно? Ну, я сейчас еще не дочитала, но давайте. А, ну давай, давай, досчитай, может быть, Хорошо. там ответ уже есть. Крылатое выражение «Ахиллесова пята» означает слабое место, уязвимая часть чего-либо. Да. Теперь Да. вопросы. А как звали того, который попал ему в пятку? В пятку. Париса. Да, так вот вопрос. Откуда Парис узнал, что надо стрелять в пятку? Или он случайно Тут попал? написано... Нет, тут ничего не написано. Значит, ты себе записывай, пожалуйста, на бумажку, ладно? Загадка. Так, сейчас еще главное бумажку найти. Ну да. Вот смотрите, Анна, мы еще вот так у нас бывает, что когда человек что-то рассказывает, и что-то непонятно, или что-то надо уточнить, то он готовится и на следующий раз, ну, дополнительно что-то рассказывает. Вот Захар нам часто дополнительно потом очень интересно рассказывает. Ага, потому что вначале я что-то неинтересно рассказываю. Нет, интересно, но что-то, какое-то противоречие бывает или еще что-то. Григорий, повторите Да. вопрос. А откуда Парис узнал, что стрелять надо в пятку? Слушай, мне самой стало интересно, может быть, это... А тут только дети или можно и взрослым тоже поучаствовать? Да, Нет. вообще, кто хочет. Можно, Откуда можно, конечно. Борис узнал, что надо стрелять? У нас одна мама, Виктория, она даже доклад свой, по-моему, даже 2 раза, по-моему, делала. Ну, рассказ свой делала. Про песочные часы еще делала. Вот, ты помнишь? Ты Да. его А. мама была. Ой, там такие были фантастические часы, я даже эти песочные, я даже себе представить не мог, что такое может быть. Там песок сыпался вверх. Вот. Песок не сыпался вверх. Сыпался, сыпался. Когда? А там был магнитный песок, помнишь? Это он не вверх сыпался, он сыпался вот этими штучками. Вот, он у меня есть. Нет, мама его забрала. Ладно. Ну ладно, давай. Лесу надо, сейчас я запишу, откуда Борис узнал, что лесу надо. Ну, я вот еще пока для Анны расскажу. Значит, я делаю самоучитель толгенизма, ну, книгу такую. Значит, и попросил Захара, чтобы он один сюжет нарисовал в виде картинок. Ну, сейчас мы не будем к этому, я просто пока пауза, я для Анны рассказываю. Вот, и я жду, когда Захар нарисует серию картинок, и мы эти картинки включим прямо в этот самоучитель. Вот. Так, Захар, продолжай, викторину. Давайте продолжаем. Следующее это у нас Буриданов осел. Ага. Да, хорошая Очень. штуковина. Никогда не слышала такую фразеологизм, как Буриданов осел. Но мне она понравилась. Картинка отлично подобрана. Это может быть сомневающийся? Но, Про сомневающихся людей там или личностей, или... Ну, то есть... я не знаю. Ну, наверное, почти вот так вот. Все, почти да. Ну, не знаю, мне вот на ум приходит такой пример, когда девушка выбирает между 2 женихами и никак не может выбрать. Да. Ну, как Ну, сам давайте я думаю. не может решить, какого. Да. И остается старой девой. Буриданов осел – это нерешительный человек, не способный сделать выбор. Французский философ 14 века Жан Буридан доказывал, что поступки живых существ зависят не от их воли, а от внешних причин.
Он приводит в пример голодного осла, по обе стороны от морды которого на равных расстояниях кладут две одинаковые охапки сена. Осел умрет с голоду, потому что не сможет выбрать одну из двух охапок. С тех пор нерешительных людей называют буридановыми ослами. Вот так. Очень. Продолжаем. Блин, ну, как-то запущено все реально. Никого вообще нету. Догадок. Обычно здесь гам и шум, все болтают, да? Да. Ну да. Ну, у меня Это, на наверное, весь специально так. Это, наверное, специально, чтобы я это въехала в тему. экран. Может быть. У меня обычно на весь экран этих участников. Вот Такое какое попадание. совпадение. Или все, у всех триместры, все на каникулах. Так, вернемся к нашим баранам. Да, Это, как я сказал, и по делу, и по следующему фразеологизму. давай. Давай, нашим баранам. Как вы думаете, что означает «вернемся к нашим баранам»? Вот это я не слышал. Ну, то есть я такое слышал выражение, но не думал, что у него есть какая-то такая вот история. Давай, я сдаюсь сразу. А вы, Анна? Ой, извините, пожалуйста, тыкнул куда-то. Думаю, что Подумайте или... возможно, в обсуждении чего-то ушли не туда, или не то, чтобы не туда, отошли от темы обсуждения, и надо вернуться опять к теме. Да-да-да-да-да, вот вы правильно, как всегда, вот просто зрите в корень. Благодарю. Это призыв поддерживается основной темой разговора. То есть там мы разговаривали насчет фразеологизмов и ушли там, например, к самоучителю толгинизма. И я говорю, вернемся к нашим баранам. Отлично, То есть наши бараны в данном случае это фразеологизмы. и так тоже можно сказать. Так. Выражение это впервые было употреблено во французской книге 15 века. В одном из рассказов шла речь об иске богатого суконщика. Фух, скороговорка какая-то. Об иске богатого суконщика к пастуху, укравшему у него баран. Пастуха защищал адвокат Патлен. Суконщик увлекся и стал упрекать адвоката в том, что тот не уплатил ему за шерсть когтей сукна. Судья прервал речь суконщика словами: «Ревонон». Я не сильно помню французский, поэтому уж извините. «Ревонон нос мау...» Сейчас, нос... Да. Не, ну... Мутон. Вернемся к нашим баранам. Вот так. А, скорее всего, это не французский, похоже на латинский. Ну, честно, я не помню произношение французского, но они похожи. Ну, то есть фразеологизм изначально пришел как раз от баранов-то. Ну да. Ситуация-то вокруг баранов разворачивалась. И он как прижился. Ага. Так, следующий. Да. Это у нас держать нос по ветру. Давайте предположение, что это может быть. Ну, я нашел похожую картинку, просто вот здесь вот тоже такая картинка. Я старался находить похожие картинки. А, ну и нос ты уже сам прорисовал. Нет, нос я не пририсовывал, это было. Угу. Я старался найти похожие картинки. Ну, что Так. это означает, это понятно. Ну. Предполагаем. Ну, я-то знаю смысл. Анна? Интересно. Ну, давайте.
На волне, вот вы были, вы там все самые сложные отгадали, давайте вот так вот это. Так. Логически, если рассуждать, держать нос по ветру. По ветру. Логически тут не получится. Получится, да? Так, если логически Кстати, не самое получится, сложное. то как? Сдаетесь? Да. Ладно. Пожалуй, да. Держать нос по ветру – это означает приспосабливаться к обстоятельствам, менять свои убеждения. А сегодня есть аналог, называется перебываться на лету. Да, но просто вот я смотрел по этой книге. Ой, я уже ударение не туда ставлю. Она 2022 года. Вот по вот этой книге называется Классические фразеологизмы. Отлично. Я говорю, в ней классические фразеологизмы. Я знаю. Угу. И Итак, что? история, можно сказать, этого фразеологизма. В парусном флоте плавание, по-моему, всецело зависело от погоды и направления ветра. Для выхода в море нужен был попутный ветер, чтобы он наполнял паруса и двигал судно вперед. Поэтому нос судна старались держать по направлению движения ветра. О как! То есть нос по ветру, держать нос по ветру, это не вот наш нос, а нос корабля держать по ветру сначала было. То есть Угу. держать нос корабля по ветру. Приспосабливаться, Да. чтобы корабль плыл. Нет, смотрите, получается, что смысл был оптимизировать процесс, то есть его улучшать. То есть был положительный смысл-то в этом. Ну да. А переобуться в воздухе как-то очень веет каким-то отрицательным моментом. Ну да, как и сегодня, держать нос по ветру, говорят о людях, что он держит нос по ветру. Начальник одно сказал, он вот так. Да. Начальник начальника сказал другое, он опять вот так, по-другому. Ага. Это же отнести можно к конформизму же. Ну да, Да? Люди, сегодня это конформизм точно как раз смысл. нос по ветру. Так, можно я продолжу? Думаю, да. Со временем выражение «держать нос по ветру» приобрело образность и вошло в литературный язык. А вот можно я еще для Анны скажу? Да, Анна, давай. вот смотрите, у нас некоторые ребята, они на экран выводят текст и его нам читают. Это самый плохой вид, значит, рассказа. А чуть-чуть получше, если на экране текст и картинка. И ребенок читает этот текст. Вот это уже немножко лучше. Хоть есть какая-то картинка. Вот сейчас Захар нам демонстрирует самый лучший вариант. Ну, я думаю, самый лучший вариант это вообще заучить наизусть. Нет, нет, это будет четвертый. Значит, то есть вот он там у него текст отдельно, он его там читает. Понятно, да? То есть он не утомляет зрителя сейчас нас читать этот текст, он его озвучивает. Вот Да. следующий вариант у нас были такие ребята, которые выучивали текст наизусть. Вот. Но есть у нас Макар, вот, он в разных странах иногда бывает. Вот, хотя он москвич. Вот Макар он нам рассказывал про Наполеона, про всех его походы, про любовниц. Почему-то у него тема Наполеон вот прямо главная. Но он и другие исторические темы нам рассказывал. И он их понимает, и он по-своему говорит, Он объясняет. рассказывает от себя. То есть Да. он все, что рассказывает, он на любой вопрос отвечает, все знает. А лет ему тоже было тогда 10. Но он уже полгода примерно у нас не был. Он как-то появлялся летом пару раз. Но Жалко, мне я очень. его слушаю просто запоем, потому что он так интересно рассказывает. Блеск. А, кстати, Гриша из Дублина, он тоже так рассказывает. Он знает предмет, и когда он показывает самолет и рассказывает его параметры, он их просто помнит. Не выучил наизусть, он знает. Вот. Да, сколько махов он летит, почему у него тут такие поворотные штуковинки и так далее, зачем они. Ну давай, пожалуйста, извини, пожалуйста, вернемся к нашим баранам.
Да, вернемся к нашим баранам. Но, правда, баранов уже мало осталось, всего лишь один, поэтому... Вот. Заткнуть за пояс. Как вы думаете, что означает такой фразеологизм? Умыть. Ну... Это может быть синонимом? Ну, он тебя умыл. Да, но я может, думаю, можно сказать, победить. Правильно поняли? Тут даже картинка показывает. Вот, вот, именно вот, вот этот смысл. Вот прям тот, который правильный. Можно так выразиться. Ну, то есть это победить, да? Ну, не то... Ну, победить это отклонено немножечко. Сейчас. Ну там же вот этот, который до него бежит, он в боксерских перчатках. Ну вот. А он просто. Короче, показать, что я сильнее тебя. Ну, и, да. Или умнее, или так далее. Да, но это. Ну, ладно, хорошо, допустим, да. Заткнуть за пояс – это значит значительно превзойти кого-то в чем-либо, легко справиться с кем-либо. Выражение связано с привычкой мастеровых засо... Сейчас. Мастеров, наверное. Нет, мастеровых. Мастеровых, понятно. Мастеровых, вот. Выражение связано с привычкой мастеровых засовывать за пояс временно ненужных инструментов. А, вот, даже так. Ну да. Но оно перешло и на взаимоотношения людей. Физически более сильный человек хвастливо обещал сопернику поступить с ним как с ненужной вещью. Заткнуть себя за пояс или положить в карман. Я придумал тебе домашнее задание. Давайте. Ну, если мы закончили вот с этим, да? Ну, баранов уже не осталось. Ага. Вот, значит, бери карандаш и бумажку. А, да, спасибо, сейчас будем удивляться. Вот, ну, домашнее задание такое. Расскажи нам, пожалуйста, это же самое, аналоги из различных английского, немецкого, французского языков. Вот этих выражений. Что говорят по-немецки, когда хотят сказать «заткнуть за пояс»? Что говорят по-английски? Так, варианты этих фразеологизмов в разных языках, правильно? Да, да. О, это было бы... Я когда-то однажды, ребята, встретил такой сайт, где были пословицы на русском и на английском. Причем вот это смысловые аналоги. Потом я не мог его найти. Но там их сотни были. Это так интересно, прямо фантастически. Настолько расширяет сознание, невероятно. Вот. Но там были не фразеологизмы, а именно пословицы. Вот. Да. То есть у разных народов выражение вот это вот иносказание такое, оно бывает очень разно выражено. Чтобы опять куда-нибудь не потерять листочек. Так, ну что, коллеги, давайте поудивляемся на рассказ Захара. Ну, лично меня удивила вот эта вот книга. Вот эта. Тут все по этим, по буквам. И тут сейчас я скажу, сколько фразеологизмов. Тут вроде написано. Так, содержание есть. 400 иллюстраций. Сейчас Ого. Еще скажу, сколько слов. 400. Ой, тут очень их много. Смотрите, тут получается... сейчас скажу. Раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8. 8 страниц алфавитный указатель. Вау. Вот таких вот. Вау. Это количество. Гигантская работа. И вот столько. Там на одной странице
3-4 этих фразеологизма. Вот. Раз, два, три, четыре. Ты напиши автору, скажи, я рекламировал вашу книжку. Не пришлете ли мне парочку экземплярчиков за это? Я не знаю, это не моя книга, потому что, ну, это Ульянина. Неважно, там же автор есть, издательство есть. А, вот. Сейчас скажу, автор. Я думаю, мне другие книжки не нужны. Автор Роза Татьяна Владиславовна. А вот смотри, я тебе скажу, для чего они тебе могут быть нужны. Давайте. Ты можешь кому-то, кто далеко живет, по почте, попросить автора поставить автограф и послать по такому-то адресу. И это будет от тебя подарок этому человеку. Сюрприз. Еще какой? Вот. Приятный. Да. Вот. Так что вот такие вот вещи можно. У меня один ученик, я вот физику и математику преподаю. Значит, когда мы находили ошибки в учебниках, он взялся и писал авторам. Вот. Да, поэтому совершенно это серьезное дело. Попросил я выпустить ему пару экземпляров. Вот, ты знаешь, это очень даже не смешно. В городе Тирасполе еще во время СССР жил себе один человек, который интересовался какими-то очень серьезными, очень сложными философскими вопросами. И он вот автором книг, статей разных, ну, писал свои мнения по почте. Почта была, конечно, бумажная тогда. Вот. И это длилось много лет. Авторы ему присылали свои монографии, причем на разных языках присылали. И у него собралась библиотека, которая занимала во всех комнатах все стены. Лет за 30 собралась. Вот. Самая интересная вишенка на торте, знаешь, какая, загадка? Какая? Он работал, его работа, на которой он, ну, зарабатывал деньги, чтобы жить, это был сантехник, который не имел никакого образования вообще. Вот. И он настолько, ну, вошел в тему, что, значит, вот он разбирался во всем этом, и эти люди, профессионалы, общались с ним на равных. Понятно? Но, правда, у этой истории грустный очень конец. Да, он вокруг себя собрал ребят, кружок такой вел у себя дома. Но когда он стал старенький, он задумался, куда деть эту библиотеку фантастическую на многих языках по философии. И он предложил родному городу. И родной город, и вот тут грустно, он не взял. Да, дом у него плохо отапливался, поэтому, чтобы книги не отсыревали, он из одной комнаты их перетаскивал там в более теплую комнату. Менял местами. Вот. Хранить их было негде в надлежащих условиях. Короче, а куда он все-таки книги? Ну, история умалчивает. Это же я в газете вычитал когда-то давно такую историю. Вот. Поэтому она заканчивается на том, что город отказался. Вот. Так что вот. Собирать книжки хорошо, но еще лучше их дарить. Угу. Ну, ты вот сейчас почитал эту книжку, все, вот, прошло время, ты вырос, она тебе уже мала, эта книжка. Ты берешь ее и дальше. Ага. Вот у меня знакомый во Франции живет. Это 2030 год, и это 2000, книгу из 2022 дарю. Отличная идея. У меня вот знакомый во Франции, он занимался всю жизнь теорией решения изобретательских задач. Есть такая теория. Вот, как надо думать, чтобы сложные задачи решать. Трис. Вот. Правильно, Трис. Вот я тоже занимался Тризом. Видите, Аня, какие у нас люди собираются тут, вот, знающие. Вот. И у него собралась библиотека, он это занимается лет 40 уже, все книжки собрал, какие выходили. Вот. Он мне говорит, вот я сейчас умру, и что? Он во Франции живет, на русском языке эти книжки никому там не нужны вообще. Вот. А я говорю, а у меня вот есть знакомая школа в городе Запорожье. Там, значит, в школе преподают ТРИЗ. Уже много лет преподают. Я им написал в эту школу и говорю, вот там есть человек, который вот такое собрал. Хотите, он вам их пришлет. Ну, и они, конечно, согласились. Да. Вот. Но это было вот в 2021 году. И пока мы собирались отправить, тут началась заварушка. Ну, и мы решили подождать.
Ну, вот заварушка кончится, обязательно книжки отправим в эту школу. То есть мы пошлем не куда-нибудь, там, где они действительно нужны. А книжки уникальные, потому что за много лет вышло много разных авторов и так далее. Ну да. Вот. У Так нас что... тоже есть. Помните Аврору и Дарину Камрадиновы? Ну да, конечно. Вот, у них мама тоже преподает рис. Ого! Да. Это да, классно. Класс. А что они не приходят к нам на встречу? Ну, Аврора, там у нее проблемы. Вот. Ну, и она не хочет. Я не знаю, почему. Вот. Но она что-то говорила, Вот, что... по-моему, Дарина нам тогда рассказывала из какой-то книжки рассказы, правда? Зверский детектив. А, Да? «Зверский детектив», я не мог вспомнить название. Спасибо, Захар. Как у тебя дела с моей просьбой насчет рисовать сюжет для самого учителя? Ну, рисую. Хорошо. Значит, не буду сильно настаивать, это дело творческое такое, оно из-под палки не делается. Я еще для Анны скажу, что вот Захар и еще один мальчик Тимофей Лебедев, они, значит, начали полгода примерно, они... Занимались. Давай, расскажи ты сам лучше. Ладно. Мы занимались взаимным обучением парным. То есть я его учил, а он меня. Вот. Сначала я его учил спидкубингу. Это кубики Рубики. Сейчас принесу. Так. Где они там? Вот. Только не падайте в обморок. У меня их много. Ух ты! Вон. Очень много кубиков. Я его многим из них научил. Вот. А Матвей меня учил французскому. У меня даже Ну ты покажи пару кубиков-то хотя бы. сейчас покажу. Тимофей, да? Тимофей. Да, Тимофей. Вот, сейчас я вам покажу. Ну вот этот, какие-нибудь крутые, этот. У Захара такие кубики, которых я даже и не представить себе не мог, что такие могут быть. Так, первый куб... Ой. Не так поставил, вот так. А ты Первый куб кубика поставь это... немножко сбоку от себя. А то ты когда ставишь, то сам себя закрываешь, что некрасиво. Первый кубик это 3 на 3, вот, то есть здесь. Раз, два, три, раз, два, три. Это куб. Это самая основная форма кубика Рубика. То есть это первый кубик Рубика, который вообще придумали. Который не придумали, а который Рубик придумал. Да. Это Эрнер Рубик придумал вот кубик Рубика. Но я не помню, когда и где. Того. Помню, что звали Эрнер Рубик. Так, Да. следующий по сложности, ну не по сложности, по форме, я думаю, это вот этот. Это машина времени. Вообще это 2 на 2, вот такой вот. То есть 3 на 3, только на одну, Меньше. да, на одну деталь меньше. И это 2 на 2, только у него вот здесь вот, видите, вот такие вот Да, шейники. такой вообще, такой кубик Рубика, это удивительно, я такой ни разу не видела. Такой кубик Рубика я двигать боюсь, я трогать боюсь. А то вдруг назад не соберешь, да? Вот так вот он крутится. Ага. Получается. Вот так вот. То есть там все разобрано. Я один раз его пытался собрать, у меня что-то там не вышло. Я психанул и разбил его. Потом пришлось все собирать. Так, еще один кубик Рубик. Но это уже все, это не кубики. Это идут очень сложные формы. Сейчас соберем. Это идет вот такой вот сквайр. Называется сквайр. То есть у него не обычные квадраты, а у него вот такой, вот так вот получается. Да, я вижу. Не одинаковые формы, да, разные формы. Да. Ну, на каждой стороне разные формы получаются. Ну, они одинаковые. А, все, вижу. Сторон, если он в кубической форме, а если его разобрать, вот так, то все, уже не будет одинаковым.
Ну, сейчас одинаково, сейчас я поменяю. Вот. Вот здесь так, а здесь так. То это уже не кубик Рубика. Кубик Рубика это вот, который крутишь и все нормально. А это уже головоломка называется. А еще вот я хотел бы вам показать 3 на 3 на 4. Вот такой вот. Это 3 на 3, только здесь 4. Ну и он не может двигаться просто вот так. Видите, то есть он не двигается. Ему надо вот так два раза делать. Так, ну и последний, самый красивый кубик, как по мне. Ну, ладно, я еще... Предпоследний, хорошо. Это 3 на 3, но он вот... Так, вот такой вот. То есть, Спираль какой-то. да, спиральный, как будто вот... мне он все время напоминает алюминиевую бутылку, которую сжали. Вот так вот. Ну да, она тоже как бы по спирали. Вот, вот такой вот. И получается здесь сложность в том, что нужно поставить центры, то есть они разбираются. Я могу вот это вот. Вот этот. Сейчас скажу, подождите. Вот этот центр поставить вот сюда. Ну, нужно знать, где какие центры. Вот. Ну, еще сложность в том, что он меняет форму. Вот. Сейчас покажу. О чем-нибудь. Видите, меняет форму. Все. Он прям такой. На характере. Так, ну самый красивый какой ты считаешь? Нет, это самый красивый был. А сейчас самый страшный кубик у меня, который Это есть. были и страшные еще. Это не страшный, вот страшный. О. Это Мегаминкс называется. Кстати, я его легко собираю. Вот он мне дается, ну, не так сложно, как вот этот, или вот как вот этот. Вот здесь нужно прям попыхтеть. И вот здесь. А вот этот я так, типа, ага, так, все, я тебе собрал. Ну, последняя только сторона у меня возникает проблема, и все. Вот он очень красивый, я тут даже специально наклеечку сделал. Такой вот. Самый страшный кубик Рубика, по мне, это 18 на 18. Он округлый такой, ага. Ну, он квадрат с более круглыми углами. Хорошо, вот так вот. Вот, он очень большой, там он вот такой вот. Я его не видел в жизни, но я по картинкам смотрел, он большой. Я себе хочу его заказать. Но для пазлов, можно сказать. Мне нравятся всякие формы, всякие не формы, а рисунки выделывать на сторонах. Вот как, например, так. Флаг, да. Другое я не мог сделать. Ну и представляете, разобрать большой 18-18 и потом начать собирать каждый вот этот вот квадратик, ставить на свое место. С трудом представляю. Вот я тоже такое видел. Восемнадцать. Очень много. А кто это там с вами, Аня, сидит? Чуть-чуть камеру поверните, пожалуйста. Младший состав, пока мы с вами были на связи, вот они пришли минут сколько там, 10 с лишним назад, вернулись с занятий, которые перенесли. Вот это вот представитель младшего состава. Понятно. Этого представителя зовут как? Степан. Степан. Степа, привет. Меня зовут Захар. Мне 12 лет. Живу в Мытищах. Все. Вот. Круто. Так, ладно, продолжаю. Вот 18-18 на 18 есть несколько проблем. Во-первых, трудно его достать. Первая проблема. Вторая проблема – это собрать его еще надо сначала. То есть его надо научиться собирать. Ну, кстати, это легко после 3 на 3, 4 на 4 и 5 на 5. 5 на 5, если что. А с чего лучше начинать? 3 Вот на 3 – это самый основной кубик Рубика. три на три, да, с классического кубика Да, Рубика. классический. То есть там принцип понять, как собирается, и дальше уже Вернемся к нашим баранам. вернемся. Получается, Если теперь наши 18-18. бараны это кубики Рубики. Да, сейчас кубики Рубики. Вот этот баран, который не дает мне покоя уже который день. Такой маленький. Ладно, не этот. Вот, сейчас. Вот этот.
Вот, последняя проблема, 18 на 18, он стоит больше 20 тысяч. Ух! Ну да. Не слабо. Да. Смотря на 3D-принтер, который у меня сейчас на кухне пилит, печатает, он стоит вместе с пластиком 30 тысяч. Вместе с пластиком. Да. То есть мы его заказали с Алиэкспресс. Доставка еще 1,5 месяца. Еще и доставка на дом. Ну, рублей. Ну, там, я не знаю, 150 рублей, по-моему, стоило. Вот. Я не рекламирую, поэтому... Вот. Не баньте меня. Вот. Еще и... ну... Еще мы 3 пластика купили. Такие большие мотки. Вот, коробка. Коробка. Так, это не та коробка, извините. Коробку не покажу. Я думал, там коробка лежит, а это другая. Ладно, ничего страшного. Очень воодушевлен. Захар, а если выбирать вот между 3D-принтером и кубиком Рубиком вот Конечно, этот 3D-принтер. 18 на 18, Конечно, 3D-принтер. На нем можно этот 18 на 18 легко напечатать. ну, ты, конечно, немножко преувеличил насчет легко напечатать. Ну, легко, да. Это я преувеличил, ну, не знаю, в несколько тысяч раз. То есть история с буридановым маслом нам здесь не понадобится. Не, Здесь не понадобится. Четко есть понимание, что в 3D-принтер лучше. Ну, на 3D-принтере можно вот этот кубик Рубика любой напечатать. Кубик Рубика. А, вернемся к не баранам, а уже козлам. И последний кубик Рубика. Это даже не кубик Рубика, это часы Рубика хотел показать вам. Вот. О, ух ты. Выглядит устрашающе, я знаю, но это не так уж и сложно. Сейчас немножечко объясню механизм. То есть вот у него есть пупырки, которые круто пупытят. Вот, с таким приятным звуком. Вот, я их люблю потыкать. Вот, если вот у нас пока что ни одна пупырка не выходит. Если мы вот любую выставим, то есть вот эту, это какая-то с вашей стороны, это получается верхняя левая, да. Если мы ее нажмем в обратную сторону и начнем крутить это колесо, которое возле А пупырки. то есть здесь два колеса, да? Тут 4. Ух ты, даже 4. Вот, мы начнем крутить, то будет крутиться только 4. 4 эти циферблата вокруг этой пупырки. Нам нужна задача поставить на все циферблаты с двух сторон на 12 часов. Вот, если мы 2 нажмем, вот у нас 2, то будут крутиться 6 вокруг этих пук. Двух. Нажмем 3, раз, два, три, то будут крутиться 8. В принципе, А понятно. 4 нажмем, то будет крутиться 9. Так, все правильно стоит. Все правильно стоит. Вот, и с обратной стороны то же самое. Вот. Очень интересно. У меня все. А, нет, у меня еще не все. К самым стареньким баранам возвращаемся. Парное обучение. Тимофей Лебедев меня учил французскому, потом он меня учил программированию в Scratch, в HTML, вот, в Construct 3, вот так вот даже. Вот, потом он меня учил, получается, географии немного, и сейчас английскому тоже чуть-чуть начал меня эксплуатировать. Ой, эксплуатировать. Как это называется? Обучать. Ну, ладно, обучать. Так вот. Тренировать, наверное, тренировать. Тренировать, да. У меня с английским все плохо, поэтому он мне помогает. Вот эта вот тетрадь, она из кожи, кожаная. Здесь я записывала все французские слова, которые мы изучали. Примерно так выглядят мои записи.
Ого. Чуть не порвал. Да, я тут много клякс намазал. Но сова. Это уже все. Сейчас я вам немножечко прочитаю. Так, что я знаю? Je suis, вот. Je suis. Это я. Tu es, вот так вот пишется. Это ты. Дальше. Il, elle, o, сейчас, как там? Il, elle, он, вот. Il, elle. Оне, вот. Илья, оне, о. Так, Илья, Захара, оне, можно вот. я тебе подсказку дам по французскому? Да. Значит, я не знаю, я рассказывал здесь или нет, что в 2000 году я издал книжку под названием «Самоучитель», значит, «Иностранная речь, самоучитель». Захар, я рассказывал или нет? Не можно? Вот. Значит, я придумал систему тренировки иностранных языков, с помощью которой, ничего не запоминая, можно стать пользователем иностранного языка, причем любого. Ну, за восточные языки я не отвечаю, любого европейского языка. Вот, понятно. да, вот. И по французскому дам тебе такую... Да, это не я придумал, там другие люди придумали, Ну, а я понял. я просто это все свел в одно, и получилась Да. система Вы просто тренировок. помогли этому возродиться хорошо. Не так. Лучше я из разных мест набрал вещи, которые стыкуются друг с другом хорошо в единую систему. Вот. И, значит, подсказка такая. Вот один человек, он раньше жил в Киеве, теперь его уже нет, он умер. Вот. Он открыл, что у каждого языка есть свой фокус. Это такая точка, она не всегда находится внутри тела, иногда даже и снаружи. Вот. И у французского языка фокус находится в третьем глазе. Если ты туда сосредоточишь свой внутренний взор, в эту точку, то у тебя сразу же все органы настраиваются на правильное произношение. Вот. Для того, чтобы поместить фокус в третий глаз, а ты знаешь, где третий глаз? Ну, где-то здесь. Ну да, где у индусов такая кругленькая штучка А, на лбу. на лбу, короче. Да. Ну, так, пониже. Лба. Ниже середины лба. Вот. Значит, место бровей. Нет, чуть выше. Вот. Значит, и это самое. Для того, чтобы туда поместить фокус, нужно просто сосредоточиться и в это место поместить, ну, какой-нибудь шарик, обычно беленький или синенький, какой ты хочешь. Это вот И так вот, вот, да? и мысли, не, можно глаза закрыть, не обязательно глазами двигать, вот. Но я даю такую тренировку, поместите белый шарик в левую пятку. Человек сидит, говорит, ага, я поместил. Я говорю, теперь передвиньте ее в правую пятку. А потом передвиньте вот в этот фокус. Вот такая простая тренировка, она легко помогает это сделать. Подождите, а какой шарик? Любой шарик взять? Нет, ну не физический же шарик стальной, да? В А, лоб. я понял, я думала. А мысленно себе представить, ну вот с ноготь примерно, какой-нибудь шарик любого цвета, зелененький, какой тебе лучше. Вот. И когда ты помещаешь этот шарик в третий глаз, то твои мышцы твоего говорильного аппарата, они автоматически настраиваются на правильное произношение данного языка. Это открыл Валерий Александрович Курицкий, философ и поэт. Вот, очень, очень классный дядька. Вот. И, соответственно, мы проводили такой эксперимент, когда человек, ну, мы в группе это делали, когда человек берет фокус какого-нибудь языка, например, французского, но мы об этом не знаем, что он берет фокус именно французского и начинает нам что-то говорить по-русски или по-немецки. А мы угадываем, какой у него акцент. И всегда, сколько мы таких экспериментов не проводили, всегда точно акцент слышен. Именно того языка, который он фокус держит. Хотя Где говорит он фокус на другом. английского? А? А где фокус английского? А мне тоже интересно. И немецкого тоже. Подскажите, пожалуйста. Будем немецко разговаривать. Значит, моя система называется Иньяс Спорт. Если вы наберете в интернете через черточку Иньяс Спорт,
Вы там все найдете. Можно я такую интригу сделаю? Вот так. Мне не жалко сказать, но это как бы вот, нам надо вернуться к нашим баранам. А на мой взгляд, наши бараны, это удивляемся. Я бы попросил наших гостей, Анну и Степана, поудивляться на сегодняшнюю нашу встречу. Ну, я думаю, Можно? Степан слушал. Нет, ну сколько-то он слышал. А там кто-то еще к нам пришел. То есть рассказать, что же так сильно удивило? Вот, Что тебя успело удивить? вот есть Аня и Уля у меня. Сестра. У меня тоже Ульяна есть. Так, Сестра. а кто к нам еще присоединился? Такой я не вижу. К нам присоединилась еще Ника, но она не слышала рассказы Захара, поэтому, Ну ладно. вероятно, не сможет увидеть. Давайте послушаем Степана и его маму. Давайте. Нет, у Степана нет рассказа. Так, что же, чему же я удивилась? Я очень удивилась Буриданову ослу, о котором я никогда раньше не слышала. Об осле, который бегает за морковкой, я слышала. А о Буридановом осле нет, и меня это очень удивило. А крайне заинтересовало и удивило такое огромное количество кубиков и рубиков. Я даже предположить не могла, что есть такое разнообразие. То есть я видела там вот 3 на 3 классику, я видела 2 на 2, но вот такие варианты. Это было поистине удивительно. И, Григорий Олегович, вы удивили меня вот этими волшебными точками, точками концентрации внимания, настройки на языки. Обязательно залезу, посмотрю, поищу информацию. Вот. И очень-очень-очень порадовал формат занятия. Мне прям стало так интересно, мне захотелось поучаствовать во всем этом процессе тоже, активно поучаствовать. И в Ну вот, качестве слушателя тоже. у нас это самое, получился прекрасный рекламный ролик нашей встречи. Меня удивила способность Захара, во-первых, держать тему. Во-вторых, способность к нашим баранам возвращаться. Причем он сегодня возвращался к очень разным баранам из разных точек. И вообще он у нас сегодня, так сказать, звезда экрана. Вся наша встреча это произошла благодаря ему. Спасибо, Григорий. Вот. Ну, у нас очень много было разнообразных баранов. Я думаю, мы еще и к овечкам переходили тоже. Да, вот, классно. Ну, Еще так. я хотел сказать Анне, что вот у меня вот эта вот коробка кубиков Рубиков, и не только, это очень малая часть того, что есть у многих людей. Я смотрел человека, который показывал кубики Рубики, делал обзоры, показывал, как их собирать, рассказывал технику. Вот, у него этих кубиков Рубиков, там у него стол был около 3 метра на 1,5. Вот так вот, такой стол большой. Он весь у него был заполнен кубиками Рубиками. И это была еще его 1/3 часть всех кубиков Рубиков. Вау! Удивительно. Вау, вау! Очень много кубиков Рубиков у него. Я еще не О, поняла. и такие, и там чуть-чуть побольше, и чуть побольше граней, там, и разные цвета. Там вообще просто... Я сейчас Аню позову, можешь сказать ей. Я Значит, пошла. давай так сделаем. Мы сейчас не будем снова повторять все. Давай, Да? нам на это ушло час. Нам на час, нам на Мы просто, у нас же будет запись, больше. и кто хочет, всегда может посмотреть. А я бы попросил, вот, значит, Ника там к нам присоединилась, да? Ника, Да. пожалуйста, расскажи пару слов. Ты как пришла к нам, почему пришла, где ты живешь, сколько тебе лет? Я пришла, потому что мне очень интересно. Ну, это видео бы включила и чуть-чуть света бы добавила, было бы вообще Сейчас. прекрасно.
Так, мы внимательно слушаем. Мне очень интересно, все занятия очень интересные. Я живу в Москве, мне 13 лет. Вот. Да. А у тебя есть уже какие-то придумки, пока мы тут все это рассказывали, о чем бы ты могла сама рассказать? Да, у меня есть. Я очень люблю рисовать. Вот всякие рисунки. Моя бабушка рисует. Ух ты. Вот. А покажешь нам какой-нибудь? Рисунок, да, могу. Сейчас. Вот, это мне бабушка нарисовала. Вау. Да, весьма ты даже. Работала и да. Рисовала, а бабушка только контур. Да? Такой рисунок. Вот. Так, что-то очень мутно видно. И видео выключилось. Ника, видео выключилось. Очень, очень милый рисунок. Наверное, что-то сбой произошел технический. Вот, сбой произошел. Вот. Ну, я сейчас сделаю паузу в записи. Чуть-чуть пытаемся. Пожалуйста, Ника. А, ну, я еще вот это разукрашиваю. Ух ты. Понял, то есть ты занимаешься разукраской, не рисованием, а разукраской. Да, я люблю рисовать и разукрашивать. Ну хорошо, вот. Ты подумаешь, и нам в следующий раз чем-нибудь поудивляешь, ладно? Да. А можно так. Я вот поделюсь? Так, Полина же сказала, что у нас уже время туту. Ну так есть, давайте мы оставим Захар на следующую встречу. Хорошо. Вот. Я буду очень надеяться, что ты эти аналоги на разных языках сделаешь. Да-да-да-да-да. Ну, и расскажешь нам, как же Парис узнал, куда стрелять. Ну, я думаю, Парис случайно туда пальнул. Да, но это как-то очень на правду мало похоже. Тогда всем спасибо, кто это пришел. Миф. Это миф. Ну, это понятно, но сказка ложь, давней намек. Добрый молот, самурок. Так, всем спасибо, до свидания. До свидания, до свидания.